Всем привет! Сегодня я вам покажу кардиган для мальчика, очень теплый, из плотной толстой пряжи, который сейчас очень актуален в этом сезоне. Вот. Но обычно заказывают ее девушки себе кардиганчики, на этот раз такому маленькому мальчику. Сейчас я вам покрупнее покажу. Выполнен он крючком, столбиками с накидом обычно, потому что такая пряжа как бы не способствует тому, чтобы какие-то сложные рисунки, тем более для малыша. Капюшон у нас отстегивается. Вот такие пуговки. На них держится капюшончик. Сейчас я вам его отстегну. Сейчас, чтобы было поудобнее. Вот, потеряла пуговку. Так, 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 так. Вот, ой, еще одна осталась. Вот такой вот капюшон у нас. С такими же продольными полосками по бокам, как и на самом кардигане. И вот, когда капюшон отстегивается, остается вот такой маленький воротничок. Пуговицы деревянные, коричневые, это по желанию клиента, что так вот заказали. Рукава, как всегда, всем деткам вяжу на вырост, потому что обидно, если через годик он станет мал. И внутри, естественно, для, как и всегда для детишек, все без швов. Швов здесь нет. Все плотное, однородное полотно. Вот, я думаю, он даже будет роль курточки играть. Вот. С капюшончиком, когда особенно в прохладную погодку, отлично. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.